Здравствуйте, друзья. Спрашивают часто зрители, чем мы питаемся. Вот вы видите лимон. То, что вы видите лимон, это только часть дела, потому что тут у меня еще чайник только что закипел. Мы сейчас его обдадим кипяточком. Вот он. Вот он, кипяточком, кипяточком. Почему кипяточком, друзья? Ну, сами подумайте. Ох, какой аромат. Боже, какой. Это вообще слов нету. Гарик, ты будешь резать лимон? Я с удовольствием порежу. Так, держи лимон. В целях безопасности взяли дощечку, маленький ножичек. Вот, и режем лимончик. Как-то ты его так режешь запросто. Как-то режешь. Откуда лимон, скажи? О, лимон соседский. Это смесь лимона с апельсином. Да ты что? Подожди. Это называется мэйр. Мэйр. Это у нас тоже мэйр. Это мэйр. Это лимон, это лимон. Так, подожди, но сосед в курсе? То, что свешивается на мою сторону, я не должен докладывать. Так это твой лимон, какой же он сосед. Это мой лимон, какой же да. он сосед. Но я честный человек. Да. То есть ты не хочешь присваивать себе все, так сказать. Не хочу, потому что мой лимон немножко по-другому. Светлана, что это за ножки такие в риску? Ножки в риску? Да. Я их сначала обжарила, но я сначала их замариновала. В чем? Уксус просто? Не. Ну, как в чем? Ну, ну скажи уже. Ну. Чеснок, все приправы, которые были в доме, горчица, даже хрена немножко положила, чтобы оно такое было насыщенно. Она немножко помариновалась, а потом мы купили вот сегодня коричневый рис, специально съездили Браун в магазинчик. Райс, да. И вот он, смотри, какой он. Давай сейчас посмотрим. Вот у нас коричневый рис, но он с морковочкой. Он с морковочкой, получился как бы типа. Ты его вот в этой вот скороварке. В этой скороварке, да, сварила, как вообще нефиг делать. За 20 минут и плюс так. Немножко настоялся. Настоялся, в смысле? Ну, вот он как выпал. А там жижа какая-то, что это? Ну, это вот еще, оно не впитало, но оно... Понял, просто понял. Может, так что, и вот курица ножки... лежала сверху на этом рисе. Так. И фактически, когда она готовила все это в пару и под давлением, то есть я чувствую, что рисок напитался куриными соками. Да. Вот тут нечто креветочно... Это салса с креветками. Так, расскажи, откуда берется салса с креветками. Салса креветки просто, их... берут в магазине. И салсу тоже берут в магазине. Как? То есть вот. Ты не... А, это вот так салса? Джекама салса. Манго салса. Хикама какая-то. Подожди, так ты ее купила. А что туда входит? Соль в основном. Нет, на самом деле, да, когда это я покупала, разные вещи, да. Я когда покупала, там были это две салсы. С помидорами или с чем? Нет, это с манго. Вот. Манго. Так манго. Ты рассказывай. Так вот это самое главное, что тут нет ничего вредного. Здесь манго, вотер, вот это джекама. Джекама это хикама, тоже как... Хикама, да, да. Дикама. Лук, красный перец и джалапено перец. Да. Чепарелла. Светочка, скажи, пожалуйста, да. Вот этот салат. Это Ирка принесла. Так, Ирина, скажи, что за салат? Громко так тогда говори, громко. Что капуста, это? Капуста, морковка, помидоры, огурцы, авокадо, сладкий перец. Какие-то кусочки, я бы их назвал хлебными. Вот. Правильно, это часть, вот. Потому, он называется азиатский салат. Это такая соломка, да. Это специальное добавление, там немножко чия, чия. Понял. Да, а чем? Чем... Вот эти соломки понял. Из рисовой, специальный такой. Соломка орешки. Из рисовой муки. Хорошо, да. Орешки. Чем сдобрено? Сдобрено тоже таким азиатским дрессингом. Который салат прямо в пакете. Так, ну и вот, он, смотри, и вот уже я смотрю, тут прораб наш, он... грею, я уже грею. Согреваешь. Коньяк должен быть температуры руки, вот так. Я этим занимаюсь. Рюмочка у тебя очень такая подходит. Так. Хрустальная. Такие рюмки у меня были дома 30 лет назад. А мы их купили на eBay. Они да. стояли у меня в серванте, мама очень берегла их. Не, ну это такая грубая рюмка, она штамповка. А мы купили эти рюмки на eBay, вот именно потому, что они ностальгические. Правильно, ностальгические рюмки. Почем брала? Наверное, не доллар, не два, не три не штука. Недорого, недорого. Не как, пахнет хоть? Коньячок-то пахнет? Я тоже. Жду, я друзья, жду. Друзья, я вот сейчас без всякого сугрева понюхаю. А, слушай, один запах. Друзья, не пейте вообще этот коньяк. Вот когда у вас будет вот этот коньяк, вот этот... Не пейте его, просто нюхайте. Просто нюхайте, да, и я вас уверяю, вы ничего не потеряете, ну, в смысле... Ну, и ничего не приобретете. Да, да, во всяком случае, это уже неплохо. А потом, как в старые добрые времена, коньяк, да. Лимон, хотя в Америке лимон, коньяк не закусывают. Ну, такой коньяк ты не захочешь лимоном закусывать. Да, мы лимон да. отдельно сидим, друзья, этот лимон-апельсин просто для еды. Да, да. Вот так, так вот, друзья, едят американские блогеры, прорабы. Которые худеют. Которые худеют. Хорошо сказано.